продолжаются столкновения народного ополчения украинской армии вокруг Славянска. За последние сутки народным ополчением уничтожено 2 украинских БТР, 1 БМП, 1 Хаммер и 1 Урал. Данных о потерях украинской армии в живой силе нет. Украинская армия создает на западе и севере Славянска широкие комбинированные минные поля, состоящие из неуправляемых противопехотных мин различных модификаций, в основном ОЗМ-72. Среди местных жителей уже есть жертвы, сообщает главнокомандующий армией ДНР Игорь Стрелков. Около 400 военнослужащих отдельной 25-й Днепропетровской дивизии ВДВ сухопутных войск ВС Украины отказались участвовать в силовой операции против жителей Донбасса и подали рапорты об увольнении за последние 3 дня. Подали рапорт порядка 400 бойцов, еще столько же отказались ехать в зону проведения антитеррористической операции на востоке Украины, сообщает источник. В ходе силовой операции украинской армии на Донбассе погибло около 40 детей, сообщили в Комитете по здравоохранению Верховной Рады. Дети погибают от осколочных ранений или же случайных пуль в результате огня украинской армии. По итогам января-мая 2014 года банковская система Украины получила 900 миллионов долларов убытка, в то время как за аналогичный период прошлого года ее прибыль составила свыше 90 миллионов долларов. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.